Всем привет, с вами Демон Сталкер, и это Sims 4. Да-да, это Sims 4, я продолжаю играть. Я играю также за кадром. Сейчас мой персонаж пошла, ее пригласила Юки из клуба, а я также пригласил она нашу начальницу клуба. Клуб называется «Аванархисты». Бывает, собрания проводим иногда. Я хочу с ней подружиться, потом мягко ей намекнуть. А не пошла бы ты ко всем чертям и стать главным. Ну вот такие дела. Так, усаживайтесь поудобнее. Мы начинаем. Также есть новости, то, что меня, не знаю, какой раз повысили. Теперь я автор колонки советов. Уровень писательства у меня уже 6. Для продвижения нужен 4. Писание книги завершено. Сколько уже книг опубликовал, даже через издателя хочу посмотреть, кстати, еще ни разу не видел, сколько мне заплатили за издательство. Видимо, еще не сегодня будет известно. Ну, такие новости. А, и сегодня вышла серия, мы попытаемся стать вампирами, как мы и хотим. Можно на память фотографироваться. Так, я хочу потанцевать. Да, вот эту красную футболку, ребят, я получил на фестивале специй. И я стал, она стала чемпионкой. Самую такую, знаете, специями еду съел, где, помните, огонь выходил, она не могла есть, а в этот раз она съела. Там стоит танцевальная битва. А давайте устроим молодежи игривые забавы. 175. Ничего себе. Я больше буду получать, если буду через издателя это делать. Это круто. Буду знать. О! Как она может? Устроим молодежи танцевальный батл. You boys
У меня получше получалось. Похоже, наша начальница не нравится танцульки. И непонятно, где она. Скорее всего, ушла. Анатолий Жданов. А, я хотел вам показать и забыл здесь. Там в самом начале вот этот мужик такой в черном стоя. Тоже типа с русской фамилией, только у него глаза как китайцы. Это вообще жесть. Я имею в виду, ну они узкие, но не, точно не похожи на русского там или что-нибудь. Давай с ней танцевальную битву. Но наша спортсменка, она пластичная. Да, нет, еще не та. Ух ты. Давайте, давайте. Сюки опять. Cool.
kind of sweaty. Еще не мало опыта, чтобы такое делать. Выиграл. Все, тоже домой отправляемся. Нам позвонить. Кое-кому. Так. Надо потом чуть-чуть вздремнуть. Убрать, помыть. Так, быстро перекусить можно. О, йогурт. Чуть-чуть бодрости поднимем. Не особо. Так, и позвоним. Пригласим магистра вампира. Так. Хуй его знает, как прошел день. Янави. Как будто он сквозь дверь выйдет. Шарит. Флохейн Кампл Эспаску. Пленис Йесен. Фул Флип. Who's a Quinn?
Griggs! О. Так, 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 да. Может, надо друзьями стать? Вторая предположенность у меня, короче. Она добрая. А он злой. Я дружелюбный. Ну, добрый, дружелюбный. Способный ученица. Так, так, так. Shuna Glaive! Saku? Izak! Ibaro! Где же этот ответ, а? Вот. Есть. Делает он нас или нет? Фига он стал лысым. А, кровь как из дневков. Ну, там надо было еще убить человека.
И чё? Что значит повелительница? Похоже, становится потихонечку. Ладно, пускай уйдет. Так, заказать пакет с кровью. Заказать пакет с кровью. Я как раз старейший вампир, почту за честь принять вашу. Чё, что? О, новое дитя ночи, я как старейший вампир пошлю за честь принять вас в нашу семью. С такой жаждой крови еще не придется свыкнуться. Сначала вы будете чувствовать себя не очень уютно, но вот от жажды еще никто не умирал. Вот вам несколько пакетов крови, хватит на пару дней. Главное, не выходите на солнце, и все будет хорошо. Куда она? Картонный пол. Так, секундочку, ребят. Так, отдавайте, что у нас там? Я еще даже не стал вампиром, я не пойму. Вроде должен стать. Дитя ночи, блядь. Ха. Дитя ночи. А как интересно сработать? Так, поздравляю, вижу, вас недавно обратили. Да ты меня обратил. Полноценный момент только через несколько дней. Но переживать не стоит. Ночь примет вас в свои объятия. Ночь, прими меня в свои объятия.
принять душ. Давай положим багаж. Я сам могу это сделать. А как ее пить-то? Когда я просто пою. Открыть. Стоп, 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 стоп. Одну оставим. Ой, ой, ой. Давайте упорно работать. Она и попила. Для меня это еще в новинку, да, ребят? Так долго будет становиться-то она. Так иди, иди чини. Да отстань ты.
Так, что у нас там? Досуг. Ну, обычно иду тоже так. Как кровь-то пить? А ночью она будет спать, так похоже выходные она будет бодрствовать ночью. Ну, ставим вампиру, может быть полегче станет, но питание будет уходить. Что-то у нас испортилось. Ту-ту-ту-ту-ту. Давайте приготовим. Давай, давай, готовь. Она еще кровь не может пить. Сука, переместить в мир. На что надо нажать, чтобы она съела? Понятно, пока что у нее совсем беда.
Надо поспать. Я безумно хочу есть. Позавтракать со мной в ресторане. Ну давай. Как-то вы утром гуляете. Странно как-то. Может, он мне сейчас предложит человечину. Чего? А чё это она в чёрный приоделась? Ничего себе. Солнце, у него жгёт, солнце жгёт, ну. От меня пока что нет, значит она что превращается. Костюмчик. Чуть костюмчик у него. Так это у нас новый ресторан тут, нет? Нет. Ну, скоро будут, идут заказывать.
Так. Так. А, все, достаточно, да? Мне, пожалуйста, вот это и подогреть. И живей давай. Не знаю, ну как еще готов. Так, ну-ка, я могу-ка ее кусануть. Оскорбление шеф-повару. Передайте шефу, что он говнюк. Так, ускорим время. Кто бы заказ сделал вообще? Здесь посетители раз-два обчелся. Ха-ха-ха. Прямо в ресторане перед... Не дождавшись еды. А что теперь у нас? Жажда, общение, досуг, гигиена. Теперь вообще спать не могу. А это что? Неопытный вампир. Очки способностей. Вау, 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 вау. Вау, вау, вот это и вот это, все. А, вот он, способный вечно желанный гость. Who lives? Who nada?
Фига, ей нравится. Теперь это обычная еда для нее. Теперь вот кровь надо будет пить. Я, может, человека не буду. Кто знает, не знаю. Честно, как-то... Так, Виктория пробует экспериментальные блюда и разобравшись с комплексным вкусом. Дома за собственным рабочим столом повар. А, ничего себе. А он вампир, потому что я не могу. Которые узнают все необходимые про персонажа по имени Герберт. Добрый, семенин, дружелюбный. О-хо-хо. Вот оно что. Во. Давайте посмотрим. Стать младшим вампиром. Это следующая, да, стадия? А, выглядит слабый, да, сторон? Способности надо будет платить. Фига завтракали они. Пш, до вечера ж.
Рядом. Наверное, тот ресторанчик. Им все равно спать надо, да? Сейчас посмотрим. И я еще не заплатила. Кажется, надо... Темная медитация. Не, начало... Для начала я с вами попрощаюсь. Всем спасибо, ставьте лайки. Подписывайтесь, кто не подписан. Всем удачи и до новых встреч. Увидимся через мгновение. Всем пока.